Всем привет! С вами канал Art Money. Ура! Пришла наша доставка из Яндекс.Маркета. Так, Самара. 13 килограмм! Офигеть, как он ее донес. Да, Яндекс.Маркет, отправитель. Открывай, Дим. Ты будешь делать распаковку? Белая бумага. Раньше была здесь крафт-бумага такого же вот цвета. Классно, теперь белая. На! Кстати, очень плотная бумага такая. И вуаля! Поскольку у нас появилась посудомоечная машинка, то, конечно же, нужно было срочно что-то для нее покупать, да? Таблетки вот такие вот мы купили. А здесь вот они мини, поскольку у нас маленькая посудомоечная машинка, то есть здесь они мини, их 60 штук, и взяла я таких целых 3 штуки. Плюс у нас соль, да, где? Мы не с той стороны открыли, что ли? По 2 килограмма здесь соли. Всего стоило 100 рублей. А думаю, что переплачивать, а да? Думаю, тут есть иллюзия. А вот эта Дима, какая она маленькая. Диме? Я думала, она больше гораздо будет. Диме? Диме. Смесь молочную будешь пить? Буду. Да. Как открывать? Не надо пока. Я заботилась. Вот, вот такая вот у нас распаковочка небольшая. Чек они не дают. Ну, в принципе, это не какая-то техника. Мне чек, в принципе, не нужен. Он остается электронный там, на сайте, где я заказывала. То есть, кстати, это не очень удобно. Так я, честно говоря, не люблю. Посудомоечную машинку в ДНС заказывали тоже. Чек у меня электронный. Вот теперь мне надо думать, где ее распечатать, этот чек, куда мне обратиться, куда-то надо идти, стоять в очереди. Это неудобно. Дима, это неудобно, да, Дим? Как ты думаешь, что такое? Проведи распаковочку, Дим. Как? Распаковочку. Что это такое? Вот это вот. Это что? Не знаю. Мешочек, скажи, синенький, да? Мешочек здесь. Вот здесь они такие 60, да, их 60. То есть это их хватит мне надолго. Надеюсь. Где-то тут было сколько-то в одной. 7 в одной или нет? Нет, не помню. Новые мини-таблетки. Ну, маленькое резать не надо. Хотя я потом в какой-то момент подумала, что было бы лучше резать их и купить другие обычные таблетки. Ну, чтобы поэкономнее, допустим, получилось. Ну и соль. Все это потом мы с вами посмотрим. Будет отдельный обзорчик на соль. Сольку с вами посмотрим. Таблеточки. Ну, все как обычно. Вот. Бумага. То есть прям такая плотная. Ее можно что-нибудь заворачивать. Или даже на ней, наверное, прессовать можно. Положить на пол, да, и прессовать можно. Ну давай, прессуй. Прессуем, ты будешь рисовать на ней? Да, хочу. Хочешь? Хочу. Да, вышло это все вместе 1800. 1800, потому что еще была детская... Питание, баночка, стоило 600 рублей. 600 там с чем-то. Прям как раз мы заказали, и она поднялась на 100 рублей. А остальные, вот они, считай, по 100 рублей. Их 5 штук, по-моему, здесь. Вот, и вот эти там по сколько-то, я сейчас не помню. Все будет, кстати, в конце, в описании ссылочка будет. Все я расскажу там. Все будет написано. Посмотрите, какой огромный лист. Офигеть. Офигеть! Можно купить пальчиковые краски, кстати, да, и сидеть вот это, ну, на пол постелить, да, и сидеть на полу рисовать, кстати, очень удобно. Я хотела, как раз искала такую большую какой-то лист, чтобы вот на пол постелить что-нибудь такое. А, еще одну идею. Спинчатые свои. Папа, что ж ты как долго-то? Уже Дима собрал свою сороконожку. Мама собирала непонятно. Не знаю, что тут такое. Сороконожка. А кто это? Дерево. А, дерево у тебя там. Дерево. А у папы что? Пока еще не знаю. Ладно, давай сейчас потом поправлю. Чи?
такой у тебя получилось, все. Трещотка какая-то, что ли, что у тебя есть такое, действительно? Это, сейчас угадаю. Это. Не подписывают. Что значит? Сам собираю, а что собираю, не знаю. Трещотка какая-нибудь. Корабль, может. Что собираю, сам не знаю. Щель у тебя вот тут. Ну, тут там, вот. Видишь, вот как на картинке все. Нет, тут смотри, ровно все. А тут у тебя да чего? Ладно. А, что, папа? Ничего. Надо руки иметь очень осторожно. О. Так, ну Дима. Ну, папа старается, а ты. Он зелень свою собирай. О.